Друзья, всем привет! Короче, сейчас я буду кушать это гороховый супчик. Он у меня в микроволновке греется. Сейчас пойду его заберу, принесу и будем с вами кушать. Буду вот с таким майонезиком кушать. Вот. Сейчас пойду, друзья, за супом. Вот такой у меня супчик, друзья, в тарелочке. Сейчас давайте вам покажу поближе, как он выглядит. Вот такой вот суп. Красивый. Замечательный супчик. В общем, друзья, сейчас добавим майонезика. Так, вот так поближе. Добавлю майонез. Я вообще обожаю гороховый суп, мне вообще очень нравится. Так, размешаю сейчас, друзья, майонезик получше. Вот. Ну и приятного аппетита, друзья. Давайте вместе покушаем. Вот я буду с батоном есть. Что-то с черным хлебом я не люблю есть. Еще, знаете, вот у нас там в Курской области вкусный черный хлеб делают, а здесь в Москве вот я еще не находил вкусный черный хлеб. Поэтому лучше с батоном. Вкусный супчик, друзья. В этот раз я не стал перчить. Ну, я люблю перченое, да, но не всегда. Иногда хочется покушать такое неперченое. И в этот раз не стал перец кидать. Вкусный супчик такой наваристый. Такой очень наваристый бульон, хороший. Продолжение следует...
Очень вкусно, друзья. По пятибалльной шкале на пятерочку. Очень такой наваристый бульон, хороший, вкусный. Горох тоже очень хорошо разварился. В общем, вкусно суп. Друзья, показать вам еще прикол. Смотрите, друзья. У нас, короче, еще до сих пор стоит елочка. Вот, смотрите. Видите? Короче, мы будем ее 28 числа, 28 февраля разряжать. Да, сейчас тарелочку отнесу, помою потом. Так, друзья. Вот был у нас с вами вот такой мукбанг. Кушали мы с вами гороховый суп. Гороховый супчик. Вкусный. В общем, друзья, сейчас помою посуду и буду сидеть отдыхать, короче, телек смотреть. Сегодня у нас выходной, сегодня у нас воскресенье. Вот. А получается, что еще 2 дня мы работаем, да, понедельник, вторник, а в среду опять выходной, 23 февраля. Потом получается, после 23 февраля мы работаем опять 2 дня и суббота, воскресенье, выходные. Короче, вот эта неделя будущая, которая будет. Вот получается вообще такая короткая неделя, одни праздники. Вот. Так что вот такие вот дела, друзья. Ладно, друзья, спасибо вам огромное за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот. Ну и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. И пусть все-все-все ваши мечты сбываются, и пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока, друзья.